В новогоднюю ночь праздничная елка на площади Дома культуры собрала гостей и жителей Северского района. Там развернулось настоящее театрализованное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Ко всем собравшимся в праздничную ночь возле новогодней елки обратился глава района Адам Джарим. Он отметил, что Новый год – самый любимый и ожидаемый праздник. Год в целом для нас был позитивным. Мы строили детские сады, ремонтировали школы. Лучше и краше стали наши станицы и поселки. И это ваша заслуга, дорогие мои. Я хотел бы, чтобы в каждом доме был уют. Было тепло, был достаток. Я желаю всем жителям нашего прекрасного района счастья, благополучия. Дорогие друзья, мира и счастья, любви и благополучия каждой семье. А сегодня этот праздничный салют мы вместе с вами дарим жителям Северского района. С наступающим Новым годом! Ура! Артисты Северского дома культуры подготовили специальную концертную программу. Звучали не только новогодние песни, но и любимые публикой хиты российской эстрады. Одна из главных традиций – хоровод вокруг новогодней елки. В нем с удовольствием приняли участие не только дети, но и взрослые. Самое ожидаемое событие вечера – праздничный салют. После него мероприятие продолжилось дискотекой.